Большой левый есть? Ты не большой. Ну тогда придется тебе влево постоять. Вот сейчас вот то же самое. Лево налево, да? Может, увеличить подальше. Вот. Тоже, опять же, не люблю и, опять же, всем советую, да? Ну, лево налево, право направо. И для меня вот левые были удобные, мне нравилось всегда. То есть тут два варианта, да? Это так вам для общего развития. Либо как бы вы начинаете с его рабочей руки, да, не даете ему взять захват. Либо, если уж вы это самое, значит, задача оторвать и все. Тогда здесь вы уже можете делать что угодно с человеком, да, когда вы его рабочей руки. Ну это так вам немножечко пропустили захват. Парень здоровый, да, не оторвать ее. То есть это вот как раз ваш вопрос, да, лево-налево, вот наконец-то. Отсюда то же самое проходит очень здорово, да. То есть тут вы как бы на руку чуть-чуть пригрузили, ножкой прямо, не боимся туда, да. Вот я зацепил, еще раз, ребят, да, как бы, я даже не знаю, как это назвать, такую вот кочергу надо создать. Вы должны прямо встать ему на ногу, да, своей ногой опереться так, чтобы встать, раз, вот. Вот что, все то же самое. Я сюда допрыгну, все плотненько. И бросаю. Здесь ничего страшного. Развернись, подбери. Прям раз я ножку наложу. И сюда. Прям продавливаем, проламываем. Понятно. Ножку наложили. Раз. И сюда, сюда, сюда. Пошли. Можно сейчас. И даже нужно дать немножечко сопротивления. Тот человек, который падает, бороться не надо, да? Но стойте жестче. Не надо сейчас поддаваться, самому падать. То есть встаньте на ногах крепко, пусть партнер почувствует, что это за бросок, как бросать. Он такой, еще раз говорю, не очень красивый, но эффективный. Давайте попробуем. Все, сейчас лево-налево, право-направо. Отсюда, видишь, тяжело.